Имя алтайского иконописца Викулы Федоровича Балыкина было открыто в начале 90-х годов сотрудниками художественного музея. Всегда это очень редкое явление, когда открывается миру имя иконописца, поскольку по разработанным учеными-богословами канону подписывать иконы было нельзя иконописцам, так как они писали от имени церкви, от имени Бога. И уже только в XVIII-XIX веке, когда светская живопись проникла в русское иконописание, тогда мы встречаем и имена иконописцев, и аббревиатуру артелей иконописных, что, конечно, облегчает исследовательский труд, но нарушает иконографический канон. Так вот, первые иконы Викулы Федоровича попали в музей в 1992 году. Это было две крупноформатные иконы, символ веры и новозаветная Троица. И любитель искусства, который принес эти иконы в музей, сообщил о том, что он приобрел их у родственницы алтайского иконописца. Музей срочно собрал экспедицию и приехал в гости к Вере Михеевне, снохе Викулы Федоровича, бабушке, которой было уже под 90 лет, она плохо слышала, и практически разговор строился на том, что исследователь и Вера Михеевна кричали друг другу. Но вот со слов Веры Михеевны удалось даже составить зримый портрет иконописца. Это был очень красивый, добрый человек с русыми кудрями, очень духовно образованный. Он писал «Дома иконы». Но вот биографические какие-то факты стали скрыты от исследователей. И, например, год рождения он такой остался плавающим. Где-то в документах встречается 1860-й, где-то 1872-й, а по воспоминаниям Веры Михеевны вообще 1877-й. Но известно, что в 10-летнем возрасте он с родителями из Казанской губернии, родители у него были старообрядцы белокреницкого согласия, приехали в деревню Шмаково, которая в настоящий момент входит в Залесовскую район, в село Залесово. Это была довольно крупная община старообрядцев, единоверцев, которые вот свое духовное влияние распространяли на соседние поселения. И вскоре там в 11 году возникла сначала общинная церковь, а в 1914 году возник храм, деревянный храм Казанской Богоматери. И Викула Федорович, он с рождения был хром, повредивший правую ногу, он очень рано пристрастился к чтению и занялся иконописанием. Он очень много писал иконы, причем соблюдая все иконописные правила, которые были характерны для русских иконописцев. Он долго постился перед написанием образа, читал духовные стихи, чтобы опустить разум в сердце, чтобы достичь особого молитвенного состояния. А в 1917 году, уже в революционные годы, даже приобрел патент на написание икон и продажу их на базаре. Но когда религиозная жизнь в революционное время стала сворачиваться в России и жестоко подавляться, трагические вот эти годы исторические, они непосредственно коснулись и самого Балыкина, и его семью. Первый срок он получил в 30-м году, его раскулачили и все конфисковали. А уже в феврале 31-го года он получил 2 года под стражей за умышленное растранжиривание имущества по статье 79 и убийство скота. Содержался он дома и в это время писал плакаты для советских властей. И в то же время писал иконы. Просто известно из его уголовного дела о том, что на момент изъятия уже в апреле 31 года у него дома нашли 50 новых икон. То есть это говорит о том, что даже в преклонном возрасте, ну, если мы так условно возьмем, ему где-то 60-70 лет, он обладает огромным трудолюбием, огромной вот такой вот работоспособностью. И, конечно, это говорит о том, что он надеется на то, что своим прямым делом он еще сможет заработать для семьи денег. Хотя материально он терпит большую нужду
И уже нет на базаре красок, и по воспоминаниям его родственницы он пишет иконы красками, что пол да окна красят. И в апреле 31 года он получает уже обвинения по страшным статьям 58 и 59 за контрреволюционную деятельность и пропаганду, практически по расстрельным статьям, его с кулаками высылают в Чулым, в сибирский лагерь. От расстрела его спасли, ну, цитирую слова из уголовного дела, это преклонный возраст и нетрудоспособность. Из лагеря приходят письма его детям, причем старший Антип, муж Веры Михеевны, с семьей сразу покидают отчий дом, поскольку вслед за отцом была репрессирована и мать Акулина Васильевна, ее сослали совсем в другой поселок, Нарым. Они покидают отчий дом, чтобы спасти свои жизни. Отец находится в лагере, пишет письма о том, что жизнь там невыносима, что холодно, он просит прислать ему хотя бы валенки, в день ему полагается 200 грамм хлеба, плохая вода, и просит выслать сухарей и немного денег. Но у детей такой возможности нет, и когда они собирают посылку, последнюю посылку, то она возвращается с таким сухим штампом на бланке «Адресат выбыл». Это был январь 32 года, причем одновременно посылки возвращаются и от матери, и от отца. И в уголовном деле последняя справка о его пребывании – это как раз о перенаправлении Викулы Федоровича в город Томск. И после этого следы его теряются, хотя в записи лишенцев избирательных прав, которые в журнале исполнительного комитета Залесовского района, мы встречаем четко написанный 32-й год, годом смерти Акулины Васильевны и Викулы Федоровича. После того, как отца ссылают в сибирский лагерь, его средний сын Аким вступает в совхоз «Льновод» и вскоре тоже получает срок вслед за отцом, но дело закрывают в связи с отсутствием должных обвинений. И вот именно из его дела становится очень важным для исследователей тот факт, что вместе с Викулой Федорович помогал ему писать иконы, продавать их на базаре, вывозить в разные районы края как раз его сын Аким. Еще в деле значатся письма младшего сына Андрея, который рано покинул родительский дом, в 27-м году был призван в Красную армию, потом воевал в русско-китайском конфликте на КВЖД и остался работать в Новосибирской области, пройдя механизаторские курсы. В старообрядческих книгах метрических была найдена запись о том, что в 15-м году у Читы Балыкиных рождается еще один сын, Трифимий. Но, к сожалению, больше ни в письмах, ни в каких документах имя его не упоминается, поэтому можем предполагать, что он, скорее всего, умер во младенчестве. Итак, на сегодняшний день на руках у жителей Алтайского края, в алтайских музеях, в сибирских музеях довольно собирается большая коллекция икон Викулы Федоровича Балыкина. Это говорит о том, что жители его села, его единоверцы, несмотря на страшные репрессии, прятали эти иконы, сохраняли для потомков. И сейчас вот мы по ним можем судить о его творческой манере. Конечно, творчество Викулы Федоровича относится к так называемой расхожей народной иконе. Но, тем не менее, в ней все признаки канонической иконографии. Это то, что отличает иконы Балыкина. Он следует принципам старообрядческого искусства 17-18 века. Он использует контрастные сочетания контрастных цветов, синих, красных, зеленых, умело гармонизируя их.
Для своих икон Балыкин использовал грубо обработанные сосновые доски, которые были скреплены с обратной стороны двумя шпонками. Левкас изготавливал сам. Это тонкий грунт желтого, такого охристого, характерного оттенка. Глины такого цвета повсеместно распространены в Залесовском районе. В иконах прослеживается паволока, то есть наклеенная ткань, либо по стыкам досок фрагментарно, либо закрывающее все полотно иконы для хорошей сцепки красочного слоя и долгого служения иконы. Писал Викула Федоровича темперными красками, покрывал это все лаком, олифой. И в ранних его иконах прослеживается такое характерное для русской иконописи внедрение, проникновение божественного света. Это он делал имитационное серебрение, которое под слоем олифы принимало вот тот самый золотой отблеск, который и дает вот этот вот эффект мерцающей и реальности, о том напоминая нам, что икона – это царство небесное, и все в ней противоречит мирскому, тварному. Это царство Божье. Ассист, разделка одежд святых, он применял в проскребку, то есть по подложке серебряной. А сюжеты иконографические, они очень хорошо характеризуют заказы крестьянской старообрядческой среды. Это образы Богоматери, образы Спасителя, образы любимого русского святого Николы Чудотворца. Это мученики Кирик и Улита, Варвара, Екатерина. Это многофигурные композиции, Соловецкие святые, Зосима и Савватий, Самон Гуреавив. Это Паисий Великий. И два таких очень динамичных иконографических сюжета – это два всадника, два святых всадника. Это Георгий Победоносец в иконографии «Чудо Георгия Змея» и Михаил Архангел в иконографии «Грозных сил воевода», как главный архистратик, борец со злом. И в этих динамичных композициях очень хорошо считывается вот кульминация момента, когда происходит борьба со злом, когда воины святые сидят на вздыбленных конях, ногами попирая зло дьявола, одетый в воинскую одежду. И непременно на этих иконах в облачном сегменте вверху всегда есть изображение Господа Вседержителя с благословляющей десницей, который говорит нам символически о том, что все, битва эта и победа предопределена Господом, все происходит по Его воле. Также очень аккуратно Балыкин решает богословские вопросы в крупных иконах. Вот Троица Новозаветная, символ веры, который соответствует 12 клейм такому же молитвословию, где аккуратно рассказывает самые главные принципы православного вероисповедания. И где-то мы видим, что он домысливает какие-то сюжеты, которые ему не встречаются, но при этом очень это делает, так скажем, правильно в иконописной русской традиции. И преодолевая вот этот постулат о том, что Бога Отца не видел никто и никогда, он апеллирует к белому цвету, символу Бога Отца, и одевает его в белые одежды, в сплошные, в такие вот белый цвет, который нам и в иконе вот это создает ощущение нетварного света. На сегодняшний день коллекция нашего музея, она пополняется, пополняются и коллекции
других музеев. И жители нашего города очень любят приобретать иконы Балыкина, потому что в них он выступает действительно художником. Где-то мы видим святого, например, того же Спаса, как грозного судью, где-то как милующего и утешающего, где-то он намеренно делает лик очень скорбным, усиливая одухотворенность образа. И в этом всегда вот любую икону, когда новое появляется, удивляешься таланту его как иконописцу, как художнику, как легко он бывает свободным рисунком, отходит от трафаретов, от прорезей, создает гармоничную композицию и сохраняет вот эту вот историю и лучшие принципы русской иконописи.